Всем привет, с вами GS, и сегодня мы с вами продолжаем проходить State of Decay. Остановились мы на том месте, немножко залутали медикаментов, сумка вот у нас такая здоровенная, и нам нужно спасти нашего друга и выбраться как-то отсюда. Были внизу зомби, но мы как-то от них ушли. А нет, они так и стоят, уроды там. Наверное, будет борьба. И надо мне еще к оружейному магазину сбегать. Фига себе! Фига себе, вы что, мне бежать откуда? Отсюда мне надо... Тут уже города захвачены, наверное, инфестейшнс. Инфекция какая-то, инфестейшн. Я вспомнил! Инфестейшн называется теперь Варзи по-новому, то есть как-то вот зараженное что-то. Вот сюда мне теперь надо, то есть тут на тачке сяду, поеду сюда, а можно и в дом, хотя тут дом немножко похилился. А вот friendly server. Тут у нас же друг, наверное, какой-то. Окей, мне интересно тут спасти, потом его посмотреть. Так что очень интересно становится. Мне вот это бесит, что вот эти вот зомби тут стоят теперь. Черт, наверное, будет борьба. Черт, а он сейчас сзади ко мне напрыгнет. А, точно, я залезу и отстрелю его сверху. Я просто не мог прицелиться сверху. Да-да-да-да, я тебя подманил немножко. Я боюсь просто, что на выстрелы могут сбежаться люди. Блин, жутко неудобное управление. Вот ты черт, а. Смотрите, там что-то горит. А это кто у нас? Это как зомби главный, какой-то монстр. Я не просто не понимаю. Как там вышка какая-то, что ли? Давай, нагибаю тут. Тыш, тыш. На, и лево, и справа. Фух, фух, неужели, неужели? Тут можно их лутать, вот на Е еще нажимать, если. Вот там что-то горит, я вот не понимаю, что это еще такое. Там как будто какой-то человек идет, что ли. Ладно, давайте залезем уже в тачку. Мне уже это, кстати, напрягает немножко, боюсь. Где наш магазин с оружием? Давайте, залазим, залазим, залазим. Их там целая толпень прям шла. Вот так вот раскидать толпу ничего не стоит. Кстати, вон там магазинчик уже. Так, где там? Очень много их, очень просто валом их. Их как бы много с одной стороны, а с другой стороны не очень. Фух, но все равно они опасные. Давай, перелази, дура! Давай, давай, давай. Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Главное, чтобы нас сейчас не запалили. Автомат даже у нас есть какой-то. Ну ладно. Очень много зомби.
Ну все, пока под контролем, все пока нормально. Не надо переживать, у нас есть винтовка с глушителем. Так. Destroyed, hold, exit. Я не понимаю, я это выкинул, что ли, твою мать. Вот, у нас есть еще патроны. Их уже некуда. Я их, кажется, в сумку переложил. Ну, подождите, дайте разобраться. Короче, я не знаю, я что-то понажимал и... Твою мать, гребаная, ты ж... И меня, получается, как-то домой ты пэшнула. Я вот как-то так, это транспортироваться, наверное, как было. Черт, а? Я боюсь, сейчас ружье уничтожу. Нет, ружье у меня с собой. Вот, смотрите, ну это без прицела уже. Это такое же, более помощнее, можно сказать. А куда мое ружье девается? Я не уничтожаю этот товар, что ли, или что как? Бэк, это вернуться, дестрой. Что за... Ладно, тут у нас есть еще... О, господи. Теперь мне что, надо бежать обратно к той машине? Я, то есть, не помог никому, получается? Я как бы... О, фак. О, фак. Мне надо обратно переться. Решил я немножко срезать. Окей, у нас еще люди есть. Че, ты залагал, что ли, девчонка? О, господи, как же тут неудобно управлять этим всем, боже ж ты мой. Тут у нас тоже продается что-то. Коктейль Молотова. Тут даже не хватит нам по патронам, вроде бы. Вроде как я уничтожаю тот товар, то есть, да, вроде. Блекс. Фак бананас. Да сдохнешь ты уже, господи, зомби! Да мут... Давай! Господи, господи, чувак, ну ты... Ну ты женщина. На! Неудобное кривое управление. На, все убили, кажись. Бабах! Спасли мы их, кажись. То есть в каждом доме есть люди, кажется, да. О. А, это пипл еще. Спасибо, что ты мне помог, конечно. Но мне нужен... Мне нужен аптечка. Господи, господи! Так, тихо. Немножко нас больше стало, но эти люди особо мне-то помогать часто не будут, я думаю. О, еще тут разобраться и разобраться в этой игре надо. Так, вот здесь я потерял свои медикаменты. Так что выгружаемся, ребята. Она не может перепрыгнуть эту стойку, гребаную стойку. But until you're climbing fences and running through backyards, you really don't see how it all fits together. Like, I never knew. У нас ничего, да? Окей. Вот наша сумка. Phone same manual. Ну тут даже некуда это ложить, по сути. Ладно, некуда уже ложить. Баррикады-то типа наш дом, что ли, я не понял.
пейнкиллеры еще остались. Купер. Бежать я особо сейчас не могу. Теперь надо выбираться, попытаться. Немножко лутанули так. Там, наверное, было что-то еще на верхнем этаже. А-а-а! Отойдите! Вот здесь вот что-то было, наверное. А, нет, ничего. Да ну господи, что ж ты моего друга хватаешь-то? Все, тачки, в тачку, в тачку, в тачку, ребята! Попугаем их. Тихо. Никто не гонится? Нормально. Теперь нам обратно домой надо. Нормально, нормально, нормально. Едем, едем. Так, 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 так. Давай, давай, давай. И есть. Есть, 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 есть. Все сумками. Фух. А может побольше взять? На 3,5 кг. А это мне на сколько? На 1,6. У меня же как бы нету тогда. Продал. Подождите, сейчас надо поменять тогда. Не понял. Что за бред? Куда сумка делась? Ты, я просрал сумку, что ли? Я не понимаю. А вот это люди там какие-то есть еще. О, господи, я что, сумку, что ли, сейчас просрал? Оружие зачем мне? Я его продал, кажется. Господи, как же тут все непонятно. Стейнс, Клаус. Ладно, это типа про... А, вот. Вот этот я отдал. А сумка-то куда моя делась? Я не понимаю. Куда, мать вашу, сумка моя делась, а вы, ублюдки? Я что, ее выкинул, продал? Куда я мог ее выкинуть? Вот, тут ничего нет. Фу, на мне какой-то маленький рюкзачок такой висит. Не буду с тобой говорить. На, дверь открыли, блин. О, господи, я, видимо, в этой игре никогда не разберусь. Ну и что, кто там еще третий был-то? А вон она. Давай поговорим. Ну окей. Так. Надо еще сюда съездить, а я совсем забыл. О, черт. Фух, так, доехал. Там люди какие-то были. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Типа, про тачки что-то обозарит, про люди, типа, надо зайти, типа, то да сё, там. Да тут зомби ж нету. Собаки. Спенс, Мил. Шоу. Файв, Митсу, Вайтфорум, Энимэлс. На! Закинулся.
Лутаем все таблеточки. Ты же все равно ничего не делаешь, чувак. Если бы он как-то помогал. Тут горит как... Гляньте, стена, кажется, загорит, а нет. Да умерите, блин! Кажется, поломалась наша хрень. Давай. Помогайте, ё-моё! Да ё-моё, помогайте, кто там, блин? Давай, давай! Ну помогай же! Есть, так, подождите, мне надо взять что-то... Что-то мне надо за кого-то перейти, у кого есть... Дубинка! Я не знаю, как это сделать, будем драться руками. А, мы как бы все уже, да? Фух, немножко страшновато было. Не особо еще разбрался в игре, как переходить. Все тут вроде заутали, теперь можем... Я сказал, можем валить. Выйди отсюда. Там все мы взяли, да? Вот, еще шкафчик остался. Фонд плюс... Тем более мы что-то там бонус какой-то нашли дополнительный, типа... Так, теперь можно смело валить отсюда в тачку. И, а тут тачки нет, так что придется, наверное, пешочком. А вон машины стоят. По-тихому. Ребята, ребята, тихо, тихо, тихо. А вон машина чья-то стоит, гляньте. А это моя, нет. Чем мы тут забрать не можем, да? Ладно, прыгаем в тачку. Прыгайте, прыгайте. Как это no cars? Чё, обалдел, что ли? Толпа зомби бежит. А нам надо куда? А чё нет в машину-то? Блин, да как же так-то, ё-моё. Ладно, пошлите в леса тогда уже. Фух, ну это самая длинная, наверное, будет сейчас ночь. Если мы сможем её пережить. Так, подождите, там выхода нет уже. Да. Что, мать твою, вообще значит no cars? Я... Вы меня заставляете что, пешком, что ли, бежать? Офигеть. Фига себе, не хочу я пешком идти. Ну пипец, блин. О, no cars. Тихо, дурень. Не шуми, блин. Пока здесь можно так идти. А, то есть даже зажимать не надо, она сама идет. О, господи. Тут даже не зря, наверное, эти каналы сделаны были. Все-таки запалил нас, чувак. Блин, ну мы сейчас с тобой разберемся. А, у меня аж не бито, ничего нету. Тихо, 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 тихо. Я должен что-то взять с собой хотя бы. У меня нифига тут нету. Это что у нас, палка колбасы? И что? И что? Я не понимаю. Я его съел, что ли? О, господи. Можно переключиться на кого-то из ребят. Шериф. И что? Тут еще вот ребята появились новые. Как-то переключиться нельзя, кажется, я смотрю. Ладно.
Looks like trouble up ahead there. Они меня даже не видят, по сути. Они его забили уже. Ой. Прошу прощения. Просто вообще не сдержался уже, извините. Ух. Так, от страха такого. Ночь, темнота, эти зомби бегают за нами. У меня оружия нету до сих пор. Как это так? Можно. О, господи. Прошу прощения еще раз. Я же говорил, что я заболел, так что, народ... Не удивляйтесь. Вот надо было тебе так открывать двери, а, дурень. Вот женщина. Так, здесь какие-то были плюшки, кажется. На самом деле я не вижу ничего. Фонарик у меня даже нету. Барная стойка, ну конечно. Нет, я не знаю, куда мне дальше идти. Over here. Ну, там через текстурку можно было посмотреть. Да, вот, ну. Ты забодал, блин, чувак, со своим no cars, no money, no honey. Там впереди нас большая толпа зомби. Давай. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Ладно, побежали. Что произошло, ход? I'll go find us a ride. No, goddammit! Cars are too dangerous. Just leave it. Kiss my ass, Alan. Чувак, вот kiss my ass, точно. Я хотел это сказать тебе. Drive home. Get back here, Alan. Alan! Goddammit! Come on, let's find a ride and get the shit home. Не хочет ехать? Пошел в жопу. А мы поедем быстро. Там кто-то поехал уже, что ли? Так. И поехали, 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 поехали. Вот так будет веселее и быстрее намного. Там их сколько. Вот зря это сделал, наверное. Машину поломал. Так, надо теперь как-то выезжать отсюда вообще. Тут их очень много. И направо сейчас, правильно. Они скоро к нам так доберутся, до этого самого, блин. Тачка что-то уже неисправная кажется, блин. Ну это как наш сейф, то и сюда не доберутся. Фух. Да, прошли. Плюс 8 к жизни. Еще что-то там. Hey, you said we were getting antibiotics for Ed. Relax. We got those too. What the hell is going on here? Okay, look. I've got this condition. Lupus. It's chronic. No cure. Without medication, your friend needs antibiotics. I need medicine, so I kind of sent you to a place. Так, что мне теперь нужно сделать? Тут ничего не работает, понятно. Есть, миссия сделана. Неужели мы выполнили эту гребаную миссию? Так. Ну, я думаю, ладно, на этом пока серию нашу закончим.
подходит она к концу. Так что, если вы смотрите это видео абсолютно случайно, и оно вам понравилось, и хотите видеть больше таких роликов, ставьте комментарии, ставьте большой палец, также подписывайтесь на мой канал. С вами был я, Джесс. Это была игра Strange of Decay. До новых встреч, всем удачи, народ, всем пока. Не забывайте подписываться, там, давайте, и не бойтесь зомби.